токари, сварщики, слесари, электромонтеры, регулировщики радиоаппаратуры, коммерсанты в торговле, автомеханики. Это самые востребованные специальности. Промышленность испытывает острый дефицит рабочих рук. Инженерно-технические работники проходят специальную подготовку в 41-м лицее. Для ребят проводится данное мероприятие, но и также для работодателей. У работодателей появляется возможность подобрать себе наиболее лучшие кадры будущих молодых рабочих, а у ребят появляется реальная возможность пообщаться с работодателем, узнать их требования, которые предъявляют на настоящий момент работодатели к современным рабочим, узнать условия труда, познакомиться поближе, пройти производственную практику на их предприятиях и в дальнейшем трудоустроиться после выпуска. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие 54 специалиста. Соревнования проводились в течение месяца. В итоге победителями стали 24 участника. Им вручили памятные призы и подарки. Главная цель мероприятия – повышение престижа рабочих профессий. Дмитрий Хламанов занял первое место на конкурсе. Он сварщик. Тяжелая работа его не пугает. Он сделал свой выбор осознанно и не пожалел. Конкуренция, да, была. Вот. Ребята, поскольку сильные были, готовился я на протяжении, где-то месяц примерно. Работодатели буквально выстраиваются в очереди за специалистами. Дмитрию уже предложили работу на Тверь-Водоканале. Выпускников 41-го лицея мы берем постоянно на все практики после второго курса и после третьего курса. Это газоэлектросварщики, электромонтеры, слесарь по ремонту автомобильного транспорта. И с превеликим удовольствием, качество подготовки здесь достойное, а практические навыки и практический опыт они набирают в процессе практики. Олимпиады профессионального мастерства должны стать регулярными и проводиться во всех лицеях нашего города, уверены преподаватели, ученики и работодатели.